пытались пообщаться конструктивно эту тему, не вынося как бы на широкое обсуждение вот этой темы с управлением образованием, но они вот первый раз тогда жестко свою позицию обозначили. Никаких комментариев, пока нам не будет официально, так сказать, какое-либо вынесено. Ну, не будет вынесено официальное решение органов следствия. Я задал вопрос прямой. Я говорю, вы не считаете, что вы своими действиями причинили, так сказать, системе образования города Орска серьезный и имиджевый, как говорится, ущерб? На что получил лаконичный ответ. Имидж системы и авторитет системы образования – это результаты ЕГЭ, а все остальное – это ерунда.